Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в город Екатеринбург, и я вам покажу самый вкусный том-ям, который мы пробовали, потому что в Челябинске этого заведения нет. Заведение называется Том-ям-бар. Мы находимся на одной из центральных площадей улицы Екатеринбурга. И вот, собственно, само заведение Том-ям-бар. Мы выбрали летник и на летней террасе будем сегодня пробовать. Сейчас я вам покажу подробно меню. Перейдем к меню. Мы здесь уже не в первый раз, но покажу для вас. Заведение вообще специализируется на приготовлении том-ям супов. Они нам безумно нравятся, где бы мы ни пробовали, в каких заведениях, в каких ресторанах, они там не такие вкусные, как здесь. Также у них есть различные салатики. Кому интересно, ставьте на паузу. И вот, собственно, переходим мы к самому интересному. Том-ям с курицей, с креветками, рамен. Вот, давайте я вам покажу полностью все меню, которое здесь есть. Вот они у нас том-яма. Мы обычно берем либо классический с курицей, либо с морепродуктами. Нам безумно нравится. Далее переходим сюда. И что хочется сказать, что это заведение, которое специализируется именно на приготовлении такой пищи. Ну, конкретно, конечно, на том-ямах. И здесь очень вкусно, очень вежливый и классный персонал. Также есть закуски, напитки, суши. Роллы суши, честно говоря, не пробовали, ничего не могу сказать. Но том-ям это самый-самый вкусный, который мы когда-либо пробовали. Также есть сеты. Различные десерты, ставьте также на паузу, то, чтобы было понятно. И холодные напитки и лимонад. В принципе, на этом меню закончилось. Друзья, сейчас мы определимся с выбором. Думаю, что остановимся, как обычно, на том-яме. Возьмем два разных и покажем вам, как они выглядят, что у них есть. И расскажем, и поделимся своими эмоциями и впечатлениями. Мы выбрали летнюю террасу, так как на улице хорошая летняя погода. Но внутри у них тоже очень классный интерьер. Они обновили маленько дизайн, и на улице сейчас туечки, елочки, вот такие вот штучки для подогрева. Очень-очень классно. Такие вот мягкие, классные дела. Мы определились, мы будем брать вот такой вот том-ям белый с курочкой, попробуем его, еще ни разу не пробовали. Том-хау называется, вот он у нас. Я буду брать себе вот такой вот классический том-ям, классика с курицей, самой маленькой остротой, вот он у нас здесь расположен. И также мы решили взять сегодня гёдзу. Очень интересное блюдо, я его кушал не в этом заведении. И попробую, и вам покажем. Вот два вида том-яма и вот такие вот гёдзы. Мы сидели на улице, на летней беседке. Достаточно холодно, прохладно стало, плюс ездят машины с громким выхлопом. Чтобы было потише для вас, зайдем вовнутрь, также покажем вам интерьер. В общем, перемещаемся вовнутрь заведения. Так, друзья, мы находимся уже внутри заведения. Посмотрите, как выполнен здесь интерьер. Очень интересно. Сделали заказ. Здесь вот такой вот интересный водопадик. В принципе, свеженько, хорошо выглядит. Нам сказали 10-15 минут. Пока я записывал видео, уже готов у нас том-ха с курицей, как он выглядит. Вот такая большая порция риса бесплатно, подарок, комиссия к этому наборчику. Друзья, принесли наш заказ, прошло буквально 5-7 минут. Посмотрите, как это выглядит. У меня том-ям с курицей, также порция риса большая, и здесь том-ха с курицей. Попробуем и то, и расскажу с вами, поделюсь впечатлениями. И также у них... Мы кушаем не первый раз. У них вот такие классные, интересные керамические ложечки. Хотя до этого были обычные металлические. Кстати, что очень-очень интересно. Сейчас попробуем, ну и, соответственно, вам расскажем. Высыпем рис. Я его по привычке всегда высыпаю полностью, чтобы порция была максимально классной. И для того, чтобы не было большой остроты. Хотя я выбрал самой маленькой остротой. Но мне все равно остро. Сейчас мы выкладываем весь... всю порцию риса, у нас получается очень большое блюдо, которым на самом деле наесться может достаточно большого телосложения человека, кто много кушает. Очень большая, классная порция.
Что у нас здесь, в принципе, есть? У нас здесь есть грибочек. Это шампиньон, скорее всего. Помидорка черри. Также у нас есть здесь перчик. Курочка. Такие вот достаточно большие кусочки. И множество различных специй. Честно говоря, даже не знаю, как они называются правильно. Но их, конечно, не рекомендуется кушать вот такие. Вот один раз я попробовал, очень жесткая специя. Никому не рекомендуется. Здесь у нас все аналогично, только в белом соусе. По остроте это, наверное, так же, да? По остроте все то же самое, просто в белом соусе. Честно говоря, выглядит тоже достаточно интересно. Мой вам совет, если вы никогда не пробовали тумьям, обязательно берите его с самой маленькой остротой, для того, чтобы вам было максимально комфортно кушать такую пищу. Я уже попробовал, мне безумно нравится. Точно тот же вкус, что и много уже лет подряд. Как бы очень-очень классно. Мне безумно нравится насыщенный классный вкус, приготовлено только что, свеженькие ингредиенты, просто на высшем уровне. Это классический том-ям, но очень вкусный. Сейчас я попробовал также том-ха с курицей, и это, кстати, тоже очень интересно. Что-то очень напоминает сырный супчик, но с ингредиентами том-яма. То есть здесь у нас абсолютно идентичные ингредиенты. Это у нас идет маленько остренький, такой соленоватый, а этот такой более нежный, как будто бы с молочком. Но в то же время тоже очень вкусный. Но если хотите, конечно, попробовать классический том-ям, то вам обязательно нужен только такой. Уже принесли гёдзу, вот такие жареные пельмени с таким соусом. Сейчас также попробуем и расскажем. Но мы пробуем такое впервые конкретно в заведении, конкретно в том-ям-баре. Друзья, что хочется сказать по поводу гёдзы? Своих денег у него абсолютно не стоит. 5 пельмешков, в принципе, самые простые жареные пельмени на сковороде. Ничем они не отличаются. Ну, не могу сказать, мне не понравится. Возможно, просто, что я не специалист в этом, и мне просто не нравится такой вид еды. Но мне не понравилось. 400 рублей не стоит однозначно. Берите 2-3 том-яма и вообще сказка. Так, друзья, вот он у нас еще. Как бы скриньте, оставляйте. Вот, смотрите. Покушали том-ям. Я хочу сказать, что, как всегда, классно. Гёдза, я, честно говоря, не рекомендую пробовать. Но том-ям очень классный, любые виды, потому что мы попробовали почти все, которые здесь есть. Мы уже, наверное, 4-й раз в этом заведении. И я хочу сказать, что даже в ресторанах, каким бы мы ни пробовали том-ям, вкуснее этого мы не ели. В заведениях Челябинска том-ямы и по стоимости намного выше, чем здесь. Но здесь они нам показались самыми вкусными. Друзья, мы ходили и по заведениям, и было у нас что снять, но почему-то мы поставили на паузу нашу деятельность. Я думаю, что мы ее продолжим, и ролики будут выходить намного чаще. Но если вам такой формат понравился, когда мы будем снимать заведение, конечно, в будущем мы будем заходить сразу с камерой и снимать весь процесс, но немножечко терпения, и мы это обязательно реализуем. Так что ставим лайки, подписываемся на канал и пишем комментарии, как вам такой новый формат.